Надо найти убежище. Не останавливаться. Давай, ты сможешь. Иди. Старый лагерь. Так, так. Нужен костер. Так, должно получиться. На ночь не хватит. Надо еще найти. Сухое, загорится. Я надеюсь. Труп свежий. Мяса нет, но... Назад в лагерь. Да быстрее ты! Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой.
Побоище в гробнице пророка многому меня научило. Мои братья мертвы, убиты все до единого. Последователи лжепророка гибли сотнями, но в конце концов они одержали победу. Я как мог запечатал вход в гробницу и сказал жителям соседней деревни, что пророк наконец-то мертв. И пусть держится подальше от этого места. На самом деле мне неизвестно, выжил ли пророк или нет. Но я следую за ними по пятам. От Ордена Троицы не уйти никому.
Эти руины монгольские. Символы вроде бы монгольские, но что написано, не пойму. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Символы вроде бы монгольские, но что написано, не пойму. Троица. Они здесь. Центр. Как поняли? А, черт! Ну, черт. Что это было вообще? Говорит командный пункт. Ответьте. Разведотряд, ответьте. В последнем сеансе связи у нас были помехи. Связь с разведотрядом на Южном хребте. Последний раз они были...
Лара, дверь опять тебе не нужна, я вижу. Да так же быстрее, папа. Иди сюда, обезьянка. Готовишься к новому приключению? Да, к величайшему. Ну, а я решила, что я стану твоим помощником. О, правда? Ну, в другое время я бы взял тебя с собой, не раздумывая. Но эта затея, она слишком опасна. Лара, послушай меня. Однажды ты оставишь в этом мире большой след. Я буду тобой гордиться. Сейчас, милая, мне ответить надо. Надо рану перевязать. Листья должны остановить кровь. Нужна какая-то повязка. Монгольские руины. Кажется, дорога идет насквозь. Надо миновать медведя. Эти грибы. Из них можно сделать яд. Символы вроде бы монгольские, но что написано, не пойму. Монгольская письменность. Не могу разобрать. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась?
Что-то из этого теперь да получится. Надо вернуться в лагерь и попробовать. Нет, это вы слушайте меня. Это открытие слишком важно. Плевать я хотел на свою репутацию. Не смейте мне угрожать после всего, что я... Алло! Алло! Пап, что случилось? Идиоты! Ты меня пугаешь. Я близок, Лара. Близок к очень важному открытию. Когда-нибудь ты поймешь. Не хочу я ничего понимать! Хочу, чтобы ты перестал! Будь снова моим папой! Софья, не стой на месте! Давай, не уйдут! Беги же! Ну! Догнать! Нашли еще один лагерь. Угли еще теплые. Они где-то рядом. Прием.
центр, мы расходимся веером, ищем след. Вас понял, но мне кажется, они отступили. Главная задача — найти пропавший разведотряд. Передайте всем. Местные поставили ловушки в просеке. Они... Попробуй вызвать штаб. Последний раз оттуда сообщали о... На нас напали! Нас все больше. Я один из первых прибыл на старую советскую базу где-то в Сибири. Теперь люди прибывают каждую минуту. Константин выступал перед новичками, а я стоял позади и смотрел. Обожаю его слушать. Никогда не надоедает. Это не то, что какая-то религиозная болтовня. Это истина. Мы все были разбиты. А Троица нас восстановила. Дала нам цель. Новый мир ждет. Даже неверующие сыграют свою роль. Ловушек. Символы вроде бы монгольские, но что написано, не пойму. Внимание, связь не восстановлена. Возможны помехи при передаче.
Пока что это никак не опустить. Главная задача. Глядим в оба. Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан – великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром, после стольких месяцев в горах, мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Черт, он еще тут. Здесь слишком тесно. Лучше выманить его наружу. Ah!
Пророк и его последователи передвигаются под покровом ночи, следуя по извилистой границе Восточной Империи. Мне неизвестно, куда они направляются, но, думаю, не знают и они сами. Но они понимают, что мы не дадим им покоя до тех пор, пока их ересь не будет вычищена под корень. Жители приграничья дают им убежище. Но что странно, они не выдают мне никаких полезных сведений. Я могу угрожать им гневом Троицы или... приставлять кинжал к горлу, они все равно молчат. И молча умирают, оставшись верными пророку. У него странное влияние на людей. Что ж, тем важнее заставить его замолчать. Беглец пересек пределы Империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ Ордена был четким – преследовать лжепророка и его приверженцев в любых концах Земли –
и каленым железом выжигать их ересь. Но я полагал, что разберусь с этим еще много месяцев назад. А он по-прежнему скользает. Сейчас он пересек земли Хазар и направляется в горы Кавказа. Неудобное положение. Я знаю дюжину языков Империи, но здесь, вдали от Родины, зачастую единственным способом общения остается мой меч. А пророк, похоже, говорит на любом языке мира, как на родном. Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов.
Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Надо как-то расколоть лед. Мария Адула застряла. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Пока моряки голодали, мы копили провиант и припасы. Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела. И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком. До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга. Там мы сделаем первый привал. Но сначала мне надо отдохнуть. Я промерз до костей, и меня клонит в сон. Вот только малость вздремну. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру.
Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, сажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Я ему уже ничем не помогу. Первый день в Сибири и нате. 2 года в Афганистане, еще один в Индонезии, и ничего. А тут один день во льдах, бац, уже одного убил. Я смотрел, как у парня стекленели глаза, а он все о чем-то просил. Не по-русски, черт его знает. Так что я просто ждал и смотрел. Только что передо мной был человек, и вот ничего. Просто кусок мяса. Меня стошнило. Заблевал сугроб прямо поверх его крови. Он был мертв, а я жив. И чувствовал себя прекрасно.
Константин все время повторяет, что мы здесь с особой миссией. Говорит, что мы выполняем Божью работу. Я, кажется, начинаю его понимать. Сведения. Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя, съестник, к черту. Что-то. Псих бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что в этих горах раньше... Кажется, там что-то было. Я посмотрю. Вас понял. А это еще откуда? Что? Назовись! Позови тебя! Ты труп! Выхожу, прикрой!